Attention, champagne, des mains de notre polonais Sally Graffal, le numéro 200, number one, world champion, champion du monde, mesdames, messieurs. La Pologne est prise. Thank you so much. Emma will give you the medal. Thank you so much. Спасибо. Я счастлива. Ради этой медальки стоило ехать так долго. Сегодня был просто супер день. Отличная трасса. Я четко ехала по роудбуку, нигде не плутала. Очень понравилось. Несмотря на то, что в роудбуке было очень много восклицательных знаков, все равно все было супер. Я просто взорвался от этих слов. Я не знаю, что говорить. Тебя поздравляю. Это офигенно. Качай чемпион. Эх, ты сегодня le temps de recevoir Мы финишировали живы-здоровы. Было тяжело, особенно последние дни. Сегодня, конечно, сделали все гораздо более приятно. Легко ехалось, несмотря на усталость. Гонка очень понравилась. Я первый раз... Это мое второе ралли. И ралли Марокко, мое первое ралли. Марокко именно. Я очень счастлив, что я финишировал. Les pilotes, les copilotes. Quentin, Christophe. Allez, Vladimir, Russia. Russia, Russia. Wonderful. Все хорошо. Не, ну как гонка тяжелая. Да, хорошая подготовка к Дакару. Разнообразные пески, дороги каменные, как бы все было, все хорошо. Поэтому... Соперник сильный. Да, очень сильные соперники, поэтому было приятно финишировать. Что касается гонки, я считаю, что хорошая, интересная гонка. Вообще мне нравится Марокко, я люблю эту гонку. Она интересная, разнообразная, и дюны, и навигация. Сегодня был сложный навигационный день. То есть над чем работать и как работать. Хорошая подготовка перед Дакаром. Там четвертое место тоже, я считаю, достойное в такой компании сильных пацанов. То есть, в общем, все в Португалии ясно. Ну, я практически уже сейчас знаю результат Португалии, поэтому посмотрим, как, что всплывет перед стартом Португалии. От этого все будет зависеть. То есть крест поставлен на нашей победе в Кубке мира. Congratulations. Good job, Nahmad. Oh, there I have. Wonderful, super, super, monsieur. Vous avez un peu le gabarit. C'est magnifique. За вклад в развитие автоспорта в Марокко. Так, давайте. Давай, 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 давай. С медалькой. Тяжелая медалька досталась в этот раз. Как никогда. Последние километры считали, чтобы закончить эту ненасытную, как бы сказать, бесконечную гонку. Надоело ужас. Вообще, гонка вообще отличная, замечательная. Самое главное, чтобы в этой гонке мы теперь знаем точно, что ну, шеф умеет ездить по пескам, и все хорошо. А сегодня я первый раз за 6 дней заблудился в канаве. Было тоже весело. С перепугу, да давай там орать-то. Не знаю, я куда ехать, не знаю. Все. Так что все хорошо, что все хорошо закончилось. Сняли тренировки Дакара. Ехали, не спешили, исправляли какие-то... недостатки, недочеты, выяснилось там системы охлаждения, в общем, все исправили, там уже в процессе гонки. Так что даже с кондиционером ездим в последнее время, и все работает. Что приятно. Сегодня был интересный спецучасток, тяжелый по навигации, один раз заблудились, но быстро нашлись, вернулись в трассу.
Проехали все хорошо, без проблем, но за 200 метров до финиша машина остановилась, пропала масса. Минут 10-15 мы искали, нашли, приехали на финиш, финишировали. Самое главное, мы здесь, задача выполнена. Здорово! Офигенно, да. Вот.